Создание индустриальных парков на освобожденных территориях является частью процесса восстановления экономики этого региона. По мнению экспертов, природные ресурсы Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов достаточно велики. Они дают большую возможность для производства продукции промышленных предприятий. В первую очередь были проведены необходимые работы по разминированию территорий в обоих промышленных парках. Территория парка Агдамского промышленного парка составляет 190 гектаров. Территория промышленного парка экономической зоны Долина Ара составляет 200 гектаров. Согласно информации Агентства по развитию экономических зон, к промышленным паркам помимо местных предпринимателей проявляют интерес также иностранные инвесторы. В частности, арабская компания «Экспорт Сервис» с капиталом из Объединенных Арабских Эмиратов реализует проект по созданию Центра технического обслуживания тяжелой техники на территории Агдамского промышленного парка. Кроме того, в промпарке «Экономическая зона Арабская долина» в Джабраиле создан азербайджано-российский сервисный центр «КамАЗ». Приоритетное направление Агдамского промышленного парка – это значит, производство строительных материалов, это производство упаковочных материалов для овощных продуктов, это переработка мясных и молочных продуктов, это производство удобрений и кормов. Приоритетное направление промышленного парка «Экономическая зона Долины Арас» является создание логистического центра. Для получения статуса резидента на рассмотрение агентства находятся более 25 проектов с инвестиционной стоимостью более 60 миллионов манатов. В результате их реализации постоянными рабочими местами будут обеспечены около 2000 человек. Следует отметить, что в промышленных зонах создается благоприятная инвестиционная среда для предпринимателей. Бизнесменам оказывается как организационная, так и инфраструктурная поддержка за счет государственных средств. В скором будущем освобожденные территории будут интегрированы в общую экономику Азербайджана. Самира Арзаева, Турал Эминзаде, CBC.